Доброго времени суток всем. Всем привет. С вами Александр Нато. Продолжаем играть в Borderlands 2 и защищать Брика от Гипериона. Ага. Ну, точнее, кто кого защищает еще, конечно. Он там ага. идет всех, просто закатывает. Закатывает, но он уже учесал вообще. Не, он нас это ждет. Это что такое? Это маркеры, в которые будут это падать. Это void зона, короче. А что ты мне не сказал, но я понятно, что а я первый зона. Раз их вижу. Да? Что я не сказал -то? Прикольно. Вспомним старые добрые науки рейдинга. Так, где моя там грозика? А, тут надо этот. Все. Огонь? Не-не-не, все хорошо. Да. Сзади. Ой, сзади. А, моя цель. Тут с Бриком соревнуемся, кто быстрее убьет. Давайте пошлакую, что ли, вам. О. Ну, монстров. Ну, в смысле, роботов. Я прям Брику в плечо. Блин, что же такое? Все меня оббежали. Молодец. Килл. Там прикольно. Что там такое? О, туалет. Туалет. О. Туалет. Метательная разделяющаяся граната. Продам. Метательная сингулярность. Притягивает врагов к себе, прежде чем взорваться. 1700 урона. Классная штука, конечно, наверное. Так, куда он там учесал? Наверх побежал. Обратно. Он. Конечно, разнесем. Бам-бам-бам. Сейчас он щит сломает. Сумасшедшие! Ломаем, ломаем. Есть. Прям вертолет сверху аккуратно. Ага. Прикол в том, что я начала еще говорить, они меня перебили, придурки. Что я Брика-то тоже лечу, у меня на всех работает навык этот, когда я стреляю через него. А-а-а. Не дай как про гранаток. Ой, нормально взорвал меня, гад. Кто? Да тут самоубийца. Где тут этот? Летающий, вон он. Есть. А, кто меня, кто меня, кто меня? Кто меня? А, вон сзади еще. Ненавижу вот этих здоровых роботов. Есть. Че тут сидишь? Так, вот тебе. Все хорошо. Все дураки. Да. Все хорошо, все дураки. Есть. Бабах. Еще один. Ну что такое? По-моему, если по водителю попадать, да, то урон больше идет по нему. Хотя водитель не убивается. Сейчас, погоди. Сейчас он пролетит. Летит. Сейчас он молодящимся по нему. Где он? Стреляю. Вон он. Есть. Молодец. Мягкая посадка. А, нет. Взорвался. Так, а кто-то стреляет еще, я не пойму кто. А он по карте где-то, да. Там, где Брик. Я что-то тоже не вижу. А, он уже разобрался с ним. Вот, куски мяса. Ну, хорошо. Тут, кстати, да. И тело, ошметки какие-то. Патроны. Не, у меня патрон пока... Хотя нет, уже мало.
Он там щит уже сломал какой-то. А, вот она. Иду, иду. Ой, он уже все сделал сам. Но. Че там? Передразниваю. Добрик тут в ближнем бою эту тушу мочит, блин, вообще шикарно, конечно. Вот так. Ой-ой-ой, сейчас умру. Все, умер. Медсестра. А, спасибо. Ладно, не так надо говорить. Сестричка! Ангельская. Или какая-то там, да, ангельская. Подглядывай. Тут для тебя навык продолжения твердая рука. Не нужно? Продолжение твердая рука? Не, не мое. Это, хотя... это для стрельбы штука. Там меткость, там что-то скорострельность увеличивает. Скорость подзарядки, емкость магазина и скорострельность пистолета. Но это не тебе. Ну да, не мне. Так, где у нас наш рыженький? Вон он. Рыженький? Ну кирпичи же. А я уже думаю, где-то там волосы углядела. Что хотел? Что-то есть. Но он не рыженький. Хорошо. Он у нас будет декоративный. Декоративный? Да. Что такое? Что? Что, ничего, просто махаю на него. А что делать-то надо? А все, надо. Да, не выполнено. Сдать видимо, ремонт. Отправляться туда, куда. Ну давай поговорим, ради интереса. Не, он не разговаривается. Не разговаривается. Ну ладно. Тогда пошли. Это какая-то миссия, какая-то шальная получилась. Может, сходим посмотрим, что за квест там был? А, маленький, ну давай посмотрим действительно, раз уже здесь. Не, просто когда. Стой. Просто когда. После перерыва еще какие-нибудь такие миссии не просто ровно начинается геймплей, а вот куда-нибудь кидают так, чтобы прям это... Прям аж вот. Сейчас я тебя тут зажму. И все. И все. Блин. И вышло. И не вышло. А что это... Что это за кабинет? Чей? Не знаю. Мыслительный, наверное. Бегу. Не развалится, надеюсь, этот мостик самодельный. Ой, здрасте. Ты с кем там такой вежливый? Кратыш. А чё, я прям вежливый, да? Ой. Нет. Ну да. Воспитанный. Фейс Макшути квест нам дает. Но мы здесь не допрыгнем, наверное. Хочешь попробовать? Ой, а чё он зелененький такой? Это он квест? Ой, тут это эти что? Можно разбивать, смотри. Сделать снимок. Хутер, иди лечись уже. Да. Давай я попробую допрыгнуть. Ой. А кого? Нет, это было зря. Думаешь, а... Там поверху пройти надо, вон. Ну, просто обходить так лень было. Понятно. Теперь бежать еще дольше. А тут куда-то вон еще спуск есть. Например. Ой, а меня куда надо поставили. Предлагаешь тоже прыгнуть? Не. Но у меня денег было мало, так что с меня взяли всего 155 баксов. Мне даже вот не жалко. Давай я возьму квест, а мы посмотрим тогда. Чё? Я не знаю, они пришли, обижают меня. Выстрелить Фейсу Макшути в лицо. Ай, не успел отойти. Ой. Выстрелить тому парню в лицо. Ой. Так, пойду-ка я нафиг.
Мне вот интересно, оторвать ему голову или не надо? Так. Хотя, наверное, не стоит. У меня слов нет, квест, короче, я сделал. Пошли обратно. Мост разбитой рожи. Не стал я ему голову оторвать без тебя. Ну, как-то не рискнула. Тут какие-то названия все очень странные. Фейс Макшути. Ну, думаю, ассоциации. А там, ну, ты все равно еще чем-нибудь было полезно вообще? Не видел. Там был только этот Фейс Макшути, который спросил меня выстрелить ему в лицо. Я выстрелил. Он за квест спасибо. Получил 2000 баксов. Нет, он спасибо не сказал. Он невежливый. И чё я сюда пришла вообще? Не знаю, пошли отсюда. Ну да, пошли. Нечего тут делать. И так долго уже тут носимся. Нечего тебе здесь делать. Тебе здесь нечего делать. Твое пространство? Да. Я понял. Хожу. Хожу. Нет, это ты твоя не понял. Комната. Тебе здесь совсем нечего делать. Вообще. Ты куда? Куда? Квест давать. На базу. Я думал, Брик уже здесь. Ну, там вся всего. Компашка уже собралась. О, еще. А что он лежит-то тут? Ой, а тут почему кровь вот здесь теперь? Ой, ну, пропала. Стекает. А что тут без нас было-то? Ничего интересного. Ганс. Липучая метательная коррозионная граната. 1257 урона и 258 от коррозии. Ха-ха-ха. А, увесистый ланс надо будет проверить. Акалиновый продам. Тоже продам. А, ассасин. Грузовик. Облик, модификация. Элегантность. Боевая раскраска, ну-ха. Че, будешь элегантный? Или боевой. Сейчас граната еще. Метательная разделяющаяся граната. Не надо. Метательная шлаковая трансфузия. О! Довольно забавно, наверное. Пусть пока лежит. Потом разберусь с ней. Метательная сингулярность. Продаю. Была бы она какая-нибудь липучая, например. 300-то хочешь? Да, эпик хочу. Легенда Пандоры. Так, бандит, боевая раскраска. О, это же ястреб. Хотя нет, какой-то ястреб нафиг. А вот элегантность. Я бандитом побегаю. Один раз мясник, всегда мясник. Сейчас будет, наверное, длинный монолог. Ну да, вот он, Брик. Брик. Never thought I'd be back here. Last time we talked, you didn't sound too eager to see me again. Times changed. We need all the help we can get. Even from a bloodthirsty psychopath? Who called you that? Jack? No. You did. 3 years ago. Oh. Sorry. It's good to have you back, Brick. Good to be back. And kiss each other. Seriously? Ты не видела, да? Они тут это такие рады. Я рад тебя видеть. Да, я тоже рад тебя видеть. Оказывается, Роланд его там назвал каким-то психом 3 года назад. Он обиделся. Он не обиделся, он говорит, ну да, такой, я тоже рад тебя видеть. И это... Эй, Слэб! Круто. И это такая Лилит выходит, ну, естественно, виляя попой, такая, о, мальчики, вы еще поцелуетесь. Остановить минометный обстрел. Если мясники на вашей стороне,
Разрушить гиперионский бункер, который прикрывает зону управления ангелом, скорее всего, должно быть относительно легко. Ключевые слова, скорее всего. Получить награду. Фунгицидный рассеиватель. Офигенская штука, похоже. Хотя, скорострельность, конечно. Нормальная для этого. Ну, то есть, бывает гораздо хуже. Я вот к чему. Быстростартовый стероидный щит. Скорость перезарядки 149. И стероидную ярость дает. Не, я возьму фунгицидный рассеиватель. Honest, no а я? Сейчас я тоже повыбираю. That means passing a bioscan and speaking a password in his voice. If you can kill one of Jack's body doubles in opportunity, I can get you through that door. As much as I hate telling you to listen to her, Angel's the best lead we got. You already know not to trust her, but be careful. Роланд, а кто тебе приказал крутиться на одном месте? О, задание дают. Я возьму, но я думаю, что мы пойдем в перспективу. Куда мы пойдем? У Брика для вас какое-то официальное поручение. Любительское видео. Пропаганда — это отстой. Это от Лилит. Jack's broadcasting a 24-hour stream of propaganda to every family in the six galaxies, telling them to immigrate to that big-ass city he's building. You're gonna show them what a bad idea that really is. Go borrow Moxie's camcorder. Брик тут целыми сутками тренируется, что ли? Пойду к Моксе, что ли, забегу. Во-первых, надо на квест взять камеру. А во-вторых, просто пару ласковых ей сказать. А это... На скутере-то нам еще надо фото, или мы сделали? Да, там еще надо. Ой. Тут что? Еще какой-то квест. Возьму, наверное. А кто это? Я не знаю. Не видно. Хватит ли вам смелости и да. Или глупости для того, чтобы отправиться на поиски проклятого оружия? Проклятого, наверное. Просить у Маркуса о погибели. Мокси. You want my camera, huh? You can borrow it on one condition. Anything you shoot better involve flash or explosions. Bonus points for both. Больно. Мокси. Great. Take that camera to opportunity. And make sure you don't look at Moxie's footage. Че ты не вздумай-то? Че не вздумай? Не вздумай, говорит, просматривать записи Мокси. А. Он еще и так взрывается, понятно. Jack destroyed my underdome after I dumped him, and now he wants to build his own arena just to rub it in my face. We're not gonna let that happen, Sherman. Get out to opportunity and kill the construction foreman who's running the project. Во, она тоже в перспективу дает квест. Убить прораба там какого-то, который арену строит. Он, смотри, видишь? Кидается еще. Это что это такое? Это такой же этот гранатомет, как у тебя. Да ладно, так такая что? Дура. Да. Офигеть. То есть она еще. Ну, перезарядки кидает. Или у тебя другой? Ну, у тебя другой. Другой, да. А, у тебя корзины? Да. А у меня другой совсем дали. О, как! Прикольно. Угу. Ой. Самое то для роботов. Офигенский. Слушай, он тоже у меня? Как у тебя тогда? Ну да, перезарядки взрывается, как граната. Круто. Только не забудь о том, что он тратить будет больше. Нет, ну он же тратит больше, если не отстреливать пули. А если кинуть просто вот так?
5400, но он без корзины урона так кидает, так что смысла нет его без перезаряда, ну, не отстреливая пуля, выкидывать. А у меня просто взрывной урон, видишь, вот. А, то есть понятно. Тебе-то как раз можно, получается. Но у тебя урон побольше зато у него. Посмотрю. Емкость магазина 2 у тебя? 3, да? У меня 3. О, смотри, какая прикольная штука. Это вот которая? Это ланцет, который. Не интересует? Да пусть у тебя будет. Потом, если вырастешь, отдашь мне. Мне нравятся вот такие штуки подобные. А шлакуешь ты чем? Шлакую я вот этой. Такой. Угу, понятно. Она шлакует как-то так. Не особо эффективно. Так, сейчас я все помечу. Звездочкой, чтобы не продать случайно. Вот это мне нравится, вот это мне очень нравится. Это мне еще больше нравится. У меня тут с собой уже столько всего, и их надо куда-то нравится деть. Вот со мной одной дротик, мне пока что-то не впечатлил. Он стреляет медленно, наверное, потому что. У меня другой коррозии нет все равно. А чё у тебя? Со мной одной дротик. Тебе может дать какую-то коррозию другую? Да не, у меня гранатки есть. В крайнем случае. У меня теперь гранатомет тем более есть. Кстати, надо. Ну, гранатометом сильно ты не развернешься. Ой, у меня недостаточно средств. Для чего? Чтоб апгрейд на это, на количество патронов сделать. И банк у меня забит. У меня все забито, у меня куча пушек. Я прям вообще. Хочется мелким там каким-нибудь персонажам отдать. Ну что, поехали? Сейчас, секунду еще. Да. Вот собрался там сейчас. Проекцию. Убить прораба. Любовь за любовь называется квест. На самом деле шучу, но это побочный квест, его тоже надо будет сделать. Понятно, это Моксин арену. Ну да. У нас там даже 3, оказывается. Любительское видео тоже там надо сделать. Там же? Ага. Где же я ее видел-то? У этого что ли? Сейчас, секунду, я что-то запуталась. Это пушку видела? И думала, брать, не брать, брать, не брать, брать, не брать. Решила еще раз глянуть на нее. Видимо, не здесь. Может, уже сменили? Да, сменили только что. Да. Шлаковый звука. Угу. Из патрона это 2 выстрела всего получается. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Все, да. Поехали. Кстати, а мне там сказали, что у меня ачивка какая-то была. Новые облики вроде должны были дать. Да? Кровь неба. Ну, ачивки какие-то были, да. Чё-то я не вижу никаких новых обликов. И зрак. Ну ладно. Ну чё, ты готова? Я решила пробежать, посмотреть, раз уж дали. Дробовик какой-то хитрый, смотри. Неплохой. 8. Магазина. Да, поехали, все. А что это она должна была ее вспоминать? Не знаю. Видимо. Просто так. Все, поехали, да? Да-да. Так, отправляемся. Да-да.
Та-дам! Почему нас никто не встречает? 16, понятно. Так, теперь возьмем неоновый фиолет. Какой-то модный. Да. У него там сбоку даже это пластырем залеплен кусочек. Через мост, что ли? Боже, ну да. А мы сможем? Уверена. А, понятно. Ай, гады. Ну нельзя же так. Ты нажала, да? Да. А, понятно. Кнопку бега не надо держать постоянно. Один раз нажали и отпустили. Блин. Welcome to opportunity. That means passing a bioscan and speaking a password in his voice. If you can kill one of Jack's body doubles in opportunity, I can get you through that door. Cameras on? Ну, попробуем. I need you to snag an orbital drop beacon and some surveyor lures. I'll explain why once you've got them. Oh, and while you're at it, take out some engineers. We need to show the universe this town is as good for your health as a bullet to the face. Опять шлак, да что ж такое? О! Огненная, возьму. А то у меня вообще никакой нет. Ой, чувствую, мы тут весь город разгромим. Нам уже столько заданий на эту тему надавали. Все-таки добрые, я смотрю. Ага. Купаю, все равно пока нет ничего лучше. Ну что, с чего начнем? Со статуи? В принципе, фиолетово, потом побежим другое делать. А. Я думаю, без разницы. Блин. Нормально у него такая статуя. Ой, нам гости. О, это кто такие? Что-то новенькое. Ага. Это инспектор. Ой. Это ты меня так подняла? Быстро. Подняла. Спасибо. Где он? Наверху что? Ну да. А сейчас, а меня ты так в луже убьет? Стоишь. А. Меня а, нет, это тебя залужили. Сверху он носит, надо мной, посмотри. Строим ваше будущее сегодня. Надо мной посмотри. Сейчас. Видишь его там? Ну, где-то видел. Только как туда подняться? А, вот, нашел. Ух ты, какой прыгучий. Ага. Телепортирующаяся зажигательная трансфузия. Надо тебе такое. Не уверен. Так, мне надо себе оружие поменять. Место, наверное. Нет, шлак, конечно, полезен, но. Прям даже не знаю, ладно. Возьму пока вместо шлака и вот так вот. Так. Гранатка.
Хорошо. А что нам делать-то? По зданию давай смотрим. Ну, да в принципе пошли по заданию этого железяки пока. Мы тут надолго, видим, повисли. С удовольствием тут разгромлю все, что можно. Там уже громишь их, судя по всему. А, да. Ой, 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 ой. Они еще обзываются. Ай! У них лазер какой-то. Лазер? Да. А. Ой! Вот тебе. И вот еще. Ау. Аккуратно, я трансфузи бросила. Ага. Он, видишь, лазером стреляет? Да. Ой-ой-ой, меня подожгли, сдох. Где? Я тут. Есть. Да, спасибо. Есть? Да, гранатомет шикарный, конечно. Пойму, где он, ага. Ай-яй-яй-яй! Странно, почему я попасть по ним не могу? А, все, убила ты его. Да я чуть-чуть не убила. Не подпрыгнула и бросила гранату, а в итоге еще она... Еще один строитель. Ага. Граната здесь, аккуратно. Ай! Блин, 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 жгут. Ать. Че-то успели снести. Там тоже кто-то коррозия стреляет, аккуратно. Ага. Ой, ракета полетела вверх. Это на нас? Это на нас. На меня. А, она самонаводящаяся. Ого. Нормальный такой мини-взрывик. Ага, причем от него не спрятаться. У меня все хп снесло. А, у этого луча дальность есть. Ага. Подходи ближе. Сейчас я его отстреляю. Я хочу здоровье взять. Там кто-то еще балует, я смотрю. Ну да, их тут немало. Все? За нами где-то магазины были. С хилом и с... А что это такое? Активировать что-то. Попробуй. Я сейчас вернусь. Нет, я не буду пробовать. У меня хп практически нет. Хотя... Я боюсь, что это может какая-то подмога. О, пропавшая эхо. Вы знаете историю Пандоры? You fine gentlemen are building the future. Once the city is done and its carefully selected citizens are brought in, you'll be able to see the true beauty that opportunity represents. From a distance, that is. I mean, you guys aren't coming anywhere near the city once it's done. Check it out. Binoculars or something. Yes, most of my merchandise was ripped from the hands of dead adventurers. Все, пошли дальше. Это на ачивку. Прослушайте записи. А, да? Угу. То есть, если попадется эхо. Так что, будем нажимать, нет? Ой, даже не знаю. Ну, нажми. Punishable by death? If not, you also ought to know complaining about opportunity's laws is considered verbal littering. Идут? Нет? Нет. Понятно. А, это так, чисто. Какой-то еще квест. История — забавная штука.
all citizens who reach the end of our historical tour will receive a sizable tax refund. А, ну вот оно, понажимать везде. Тут это, на тебе какая-то хрень лежит. Ага. А где? А вот да, вижу. Да уж, Джек-герой, как же. Делаешь удар, по-моему, не моя ветка. Я думаю, я переключу сейчас квест обратно на железяку. Угу. У нас сегодня какая-то тебя собирательная такая миссия. Ой, миссия, говорю. Серия. Так что я вообще предлагаю закончить, наверное, сейчас, пока у нас как раз передышка. И продолжим здесь дебоширить уже в следующей серии. Mm-hmm. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.